попользовался, друзья, некоторое время данным увеличительным стеклом и скажу, что вещь довольно-таки полезная. Особенно для тех, кто занимается нумизматикой, коллекционированием, либо же ремонтом мелкой электроники. Ну, даже дома, например, вытащить занозу тоже хорошая вещь. В общем, все, кто заинтересовался, ссылка на данное увеличительное стекло будет в описании под видео. Единственный недостаток, который я заметил, иногда не хватает подсветки. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео.